Медиагруппа «Авангард» представляет. Уважаемые участники, приветствуем вас на PKI-форуме «Россия» в Санкт-Петербурге. Это уже 16-я международная конференция по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи. С каждым годом ритм жизни ускоряется. И технологии, которые еще вчера казались далеким от науки людям чем-то заоблачным, сегодня уже бесповоротно вошли в нашу жизнь. Чтобы идти в ногу со временем и отвечать на запросы потребителя, участники форума каждый год обмениваются ценным опытом, знаниями и ответами на непростые вопросы. Это позволяет делать решения на базе PKI все более доступными, распространенными и надежными. Год назад юбилейная конференция, по словам корифеев отрасли, вновь продемонстрировала высокий уровень научных подходов, тесное взаимодействие государства и экспертов, консолидация мнений потребителей и производителей, обсуждение новейших тенденций в законодательстве и правоприменении, демонстрация перспективных разработок – все это традиционные преимущества PKI-форума «Россия». В этом году в фокусе внимания профессионалов PKI – значение электронного документа оборота для развития цифровой экономики нашей страны, обновление стандартов шифрования и технологий, зарубежные подходы к развитию PKI, а также множество других актуальных и важных для специалистов и, конечно же, для потребителей тем. PKI-форум «Россия» — это пространство для непосредственного контакта и сотрудничества. Здесь неразрывно связаны бизнес, юриспруденция, высокие технологии, интересы государства и общества. Каждый из нас участвует в PKI-форуме для того, чтобы внести свою лепту в совершенствование PKI и в развитие цифровой экономики Российской Федерации. Коллеги, мы рады вновь встретиться со всеми вами в Санкт-Петербурге. Добро пожаловать на PKI-форум «Россия».